Я же умею только снимать, а так вот сидеть и снимать. Как его зовут, полное имя? Володимир Варнацький. Похож. Коронная. Ну, почитать, что означает, что он держит камень. Почему именно камень? Слиток. Золото растет в цене. Или что-то другое означает. Вроде как камень какой-то то ли придумал, то ли что. Алхимия, там что-то верили в камень. Если найти камень, то, наверное, богатым станешь, еще что-то такое. Плита. Стул какой-то. Суки, с ногами на диван залез. Так вот же ноги. Ну да. А спинка где у стула? За ним. Ну, это пьедестал, то понятно. Шучу, я шучу. Его более стройнее сделала. Не наговаривай. Ты деревья будешь рисовать или только его? Фон, наверное, тоже, потому что из-за отсутствия фона меня расстреляют. Лена передает привет девчаткам. Ура! Сколько оттенков желто-коричневого, серого. Так вот еще и красный. Угу. И синий немножко. Угу. Нас учат делать много оттенков. Угу. В нем все. Категорично не должно быть залито. И по контуру. Ну, воду менять как часто надо. Ну, это вообще уже капец, что у тебя аж кисточка окрашивается при макании. То а да, палитру меня... что ты не используешь? У меня с крышечками бумажка. Подписана на одну вот, художницу Лариса Изюмченко. Тоже интересно смотреть. Не знаю, я сама не умею рисовать, но... Это интересно? Процесс интересный, конечно. Скучно. Как это параша может быть интересно? Мира удалилась в кабинет. Кто-то просто пашет. А кто наблюдает?
хорошо, я думаю. Фиолетовым закрасить. У меня что, фиолетового нет, и лучше уже делать. Ладно, сделаем. Встретимся на фоне. Да? Да?